Привет всем, друзья! Если у вас скопилось очень много пластиковых бутылок, не выбрасывайте их ни в коем случае, они вам еще пригодятся. В этом видео вы узнаете, как сделать из них очень нужную самоделку. Из обыкновенной бечевки навяжу 6 петелек. Ровно по центру крышек насверлю отверстий. Этикетки сорву, они не понадобятся. Сбоку в верхней части каждой бутылки нарисую большие круги. На нарисованных кругах сделаю прорези. Через прорези ножницами вырежу круги. Навязанные петельки из бечевки в каждую крышку от бутылки установлю. Все готово, пришло время переместиться в мастерскую. С одинаковым интервалом друг от друга на стене прибью гвозди. На прибитые гвозди за веревочки повешу бутылки. Через прорезанные окошки в бутылках, бутылки заполню инструментом. Теперь достаточно приподнять любую бутылку, и можно с легкостью достать любой инструмент. Он сквозь бутылки отлично проглядывается, и не нужно хранить инструмент в одной куче, занимая очень много места в ящиках или на полках. Теперь с легкостью можно взять любую бутылку с инструментом и переместиться в зону ремонта. Кому такая хитрость идеи для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться.